Всех приветствую. Сегодня продолжаем игру Rift Breaker. Посмотрим, что мы можем сделать дальше. Используйте геосканер для поиска скрытых тайников с ресурсами. Угу. Слышу чаще, когда будет лети. Хорошо. Так, что тут за шумы? Здесь показано, что место исчерпано. Получается, вот это исчерпано. Ну, давай продадим. Что вот это и вот это, да? Угу. Здесь еще добывается. Поставил так много хранилищ, потому что в этом здании для улучшения нужно по 10 тысяч. Ну, конечно, нужен палладий, уран и титан. Такого нету. Ну, на вэлью, так сказать, собираем материалы. Мало ли понадобится. Так, мы где-то вот здесь гуляли. Пойдем посмотрим, что там еще имеется. О, а вот и здоровяк. Помним, его дробовик выносил спокойно. Входящая атака через 2 минуты. Ну, хорошо, мы как раз успеем прогуляться. И все, с него ничего не упало. Какой скромный гигант попался нам на этот раз. С прошлого всякие модификации хотя бы были. Статуэтка, мина. Ну ладно. Все равно халява. Идем. Так, посмотрим на карту. Атаковать нас будут сверху и сверху. Хорошо. Через минуту. Немножко прогуляемся. Ага. Забрели к врагам. Все, готово. Последний. Так, срежем. Угу. Ну, побежим на самую верхнюю, посмотрим, что у нас тут по обороне. Оборона у нас скромная. Ну, хоть какая-то. Стенок не особо. Давайте стенки сделаем. Мало ли. Так. И пойдем встречать врагов, как в прошлый раз. Хотя можно вернуться сюда, подхилиться и вернуться наверх. А наш телепорт там в лесу потерялся. Ну ладно, добежим. 5 секунд. Бежим, встречаем врагов. Вот какая-то мелочь есть. Вроде наступать через 40 секунд. Получается, 2 волны подряд, что ли? Пока что карта не день. Наша база не светится. Ну, идем прямо к ним напрямую. Ага. Вышли. Ускоряются теперь. Так, срежем по старинке. Хоть бы за волны что-нибудь давали там интересного. Ресурсы новые, например. Ну или исследования какие-нибудь. База под атакой, ну ничего, мы починимся. Если понадобится, еще сделаем сильнее. А
поможут. Хилимся. Сами. Так. Пока что тишина. Здесь тишина. Хорошо. Телепорт наш. Так, починка. Ну, считаю, не зря ставить двойные стенки. Польза в этом есть. Перекат интересный, но, по-моему, рывок был лучше. Ну, пока что ставим перекат. Так. Здесь у нас вышек достаточно. Можно даже еще парочку поставить. Пусть будут. Тем временем у нас модификации пока что улучшаются. Куда пойдем? Давайте в левый верхний угол. Посмотрим. Может быть, что интересно найдем. Белое это, по-моему, было. Гейзер был. Так, грязевые. Убиваем их на всякий случай. Мало ли они пойдут к нам на базу. Совсем смелые, что ли? Так. Еще видим. А вот этого не заметил. Возможно, они спамятся после того, как мы перезапускаем игру. Или их обстраивают. Заново. Чего не разгонишься, давай. Так. Ветер усиливается. О, 500% от ветра. Отлично. Наши запасы энергии. Ну и так полные. Так, ну-ка, давай убедимся. Гейзер, да, гейзер. Хорошо. Так. С таким оружием вообще в легкую проходим. Голем? Да, голем. Так, его с дробовика. Заряжаем, стреляем. Заряжаем, стреляем. Легкую. Немножко расчистим. Старым добрым способом. Еще голем. Я думал, это редкое явление. Оказывается, их много. Что? А, инвизники. Я их не увидел. Мелочь. Надо бежать. КП нету. Рывок. Не заметил инвизников, чуть не отъехал. Вернемся на базу. Подхилимся. О, опасный момент сейчас был. Так. Погнали. Хожу себе, брожу, ищу врагов, а мне, оказывается, инвизы бьют. Давайте сканер сделаем. Так. Добивать надо. Ну, такой неуклюжий, медлительный. Ничего особо всего не упало. Так, это у нас руда. И еще руда. Хорошо. Вот зеленые пятна, это что, интересно? Так, почистим территорию. Здесь уже немного желтые какие-то. Усиленные, может быть. Думал, камень это оказался голем.
и голем остался. Големом мы с дробовика. А сам с базуки стреляю. А, так он быстро отъехал. Хорошо. Артиллерия. Ну вот и артиллерия видим. Прыгнули, хорошо. Хорошо. Все, всех. Возьмем меч. Уже тараканы желтые. Так, немножко карту открыли. Край карты, они стоят себе спокойно. Мы туда пройти не можем. Еще и дальнего боя враги. Справимся. Кто? 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 Голем опять, хорошо. Мелочь поцарапаем. А он в прошлый умер от базуки. Плохо. А можно отменить выстрел заряд базук? Давайте попробуем дотопать. Может быть, он отменится. Или найдется кого убить. Ну-ка, сканер, хорошо. Есть где-то тут враги. Это мелочь. Вот эту будем сейчас обследовать. Придется выполнять базуку на мелочь. Опа, вот и не мелочь. Хорошо, что заметил. А то что-то в упор к нему подошел. Опасно. Вначале подождем, пока энергия у нас, щита восстановится. Базука наготове. Так, сканируем. Вроде никого рядом. Давайте обследуем. О, видим врагов. А, мы как бы успели, но она не засчитала. Интересно. Ну, я отменил уже. Ладно. Враги вроде только мелочь. Смена еще не страшно. Щиты полные. Давайте доизучим еще раз. Рывок, огонь. Отлично. Скейп. Заходим. Рывок, огонь. Обычный. Нужен кобальт. Кобальта мы еще ни разу не видели на карте. Как быть? Ладно. Поищем дальше. Так, немножко откроем территорию, чтобы было более свободно. Мало ли. Будем здесь гулять ночью. Желтые они, по-моему, взрываются. Давайте сломаем сразу. Чтоб случайным образом они возле нас не взорвались. Угу. It looks like the weather is calming down. Wind is getting slower. Ветер успокаивается. Ну, у нас энергия полная. Запасом. Ух ты ж. Ничего себе. Так, а мы можем это оружие вернуть? Вы хранили. Мы далеко. Ну давайте бежим туда, посмотрим. Первый раз умираю вне пролога.
отомстим за эту смерть. Мы так, получается, за каждую смерть будем терять какое-то оружие. Так, желтые сломаем. Дима, вот эти по нам попали тоже. Может быть. Эти грязевые гады. Неужели в обход придется? Сможем так пропрыгать? Хорошо. Вон они. Деревья мешают. Так. Где наше тело? Где наше оружие, точнее? Оружие наше вот светится. Хорошо, мы его просто подобрали. Отлично. На самом деле мы могли просто скрафтить его заново. Давайте их с базу убиваем. Вот так вот. Еще. Так вот. Ну все, еще давай. Нам не жалко на них. Так, давайте телепортнемся вот сюда. Ветер нарастает. Хорошо, пусть нарастает. Увеличим объем. О, это что такое? Хранилище твердых материалов. Склад боеприпасов. Хорошо, ставим боеприпасы. Интересно. Пусть будут. И поставим хранилище. Мало ли нам это все понадобится. Пойдем. Пока что вернемся. Так, убрать. Здесь урон нам не наносится просто так. По грязи можно ходить, не боясь. Биомасса. Она все у нас собирается, собирается, но будет ли она у нас тратиться? Ух ты ж. Еще один. А, у нас запас с собой патронов больше стало. Запас амуниции увеличили, то хорошо. Так, обходим. Инвизники видим, видим. Вы нас так больше не подловите. В наглую. Близко. Давайте вот так. Еще раз. Это лучше с дальнего боя. Живучие. Подхилимся. Так, тебя базука не берет, да? Давай, дробовик. Упор. Че пинаешься? Хорош. Мы захватим эту планету. Все. Спать. Вечным сном. Давайте на всякий случай сюда долбанем. Ага. Не зря. Не зря. Как знали. Так, голем есть, а то насекомое тоже есть. Хорошо. Биомасса, и все, больше ничего. Ждал большего, ладно. Побегаем, узнаем, что там за зеленое на карте. Местная фауна немножко напугала. А, это та самая кислота, по которой ходить нельзя. Все понятно. Так, мы... А вот так тебе... Ага, в упор его убивать нежелательно. Запомнили.
желтенькие. Как раз как кристаллы, которые мы находили, на которые наступать нежелательно. Давайте вернемся на базу по-быстрому. Уклонились от атак. И возвращаемся. Так. У нас пока изучаются исследования базы. Это здесь желтые взрываются. Можно, в принципе, взять огнемет попробовать, но мне пока что и гранатомет нравится. Арт-обстрел такой удобный. Уверен, что будет оружие и получше в скором времени. Но мы до них доберемся еще. Также еще нужно улучшение на броню. Возможно, будет на щит, на скорость атаки или еще что-нибудь в этом роде. Очень много ресурсов на карте. Пока я не понимаю, зачем их столько. Мы всего две жилы захватили, у нас переизбыток пока что. Возможно, этого будет мало скоро. Увидим со временем. Собираем все подряд. Биомасса, биомасса копится, копится. Ага, 2 минуты у нас есть. Давайте сходим на базу, слетаем. Так, глянем, что у нас в исследованиях. Ремонтная станция. Хорошо. Ремонт башни уровень 1. Набор чертежей позволяет брейкеру построить узел, который размещает дроны, обслуживание которых... Как только в зоне действия башни обнаружится структурное повреждение, дроны отправляются... Здание чинить. Отлично. Склад боеприпасов. Видели. Построили завод башенных боеприпасов. Ага. Для башен нужны боеприпасы. Дозорная башня уровень 2. Отлично. У нас еще очередь есть. Раз пока что сверху атакую, давайте поставим. Так, и получается, надо поставить на оборону. Вот тебя. Опять-таки кобальт. Кобальта нету. Кстати, тут починиться надо. И уровень 2 сказано было. Нельзя. Это что значит? Модификация, ого. Так. Уровень 2. Или они уже имеют второй уровень? Промежуточная база такая скромненькая, небольшая. Можно немного увеличить объем энергии. Так, правильно поставил. Продать. Объем энергии ставим вот так. Немножко подэкономив место. Осталось 30 секунд. Побежим наверх. Пойдем встречать врагов. Здесь стенки вторые. Деньги, говорю, давай. Хорошо, поставили. И вот так вот поставили. Побежали встречать. Ну, где враги? Встречаем каждую мелочь, что есть по пути. Мало ли. Вдруг они также будут нападать с этой волной врагов. Что там, даже один отлетел. Хорошо, хорошо.
Немножко не понял насчет вышек. Они уже у нас все второго уровня? Или надо их улучшать? Много врагов, много. База под атакой. Справимся, справимся. Мелочь вырезаем толпой. И это все. В принципе, было легко. То ли я слепой, то ли что-то тут не так. Дозорная башня. Почему нельзя улучшить? Потому что нету кобальта. Как понять, где у нас кобальт? Или он пока что не открылся? Так, ну-ка давайте зайдем в исследование. Исследование у нас... Вот здесь, ага. Узел связи второй. Штаб третий. У нас, кстати, пока что первый еще штаб мы не улучшали. Максимальное количество построек. А, оно есть, имеет ограничения. Хорошо, будем знать. Так, эти достроятся. Это у нас ремонтные инструменты. Техническое обслуживание. Титановое оборудование. Энергетические датчики. Вот это интересно. Давайте в таком порядке. Здесь у нас пока что все еще пусто. Так. Хранилище жидких материалов. Жидкости насос. Угу, хорошо. Артиллерия, ракетные башни. Огневые. Геотермальная экстенция. Ну, потихоньку ко всему этому придем. Так, мы можем что-то соорудить новое? Огнемет пока что не хочется. Кулак силы. Но у него... Урон... Почти такой же, как у нашего меча. Ладно, не будем кулак использовать. Рывок есть. Кстати, насчет рывка... Модификация пуста. Модификация. Шанс оглушения есть, но пока что поставить не можем. Это внешность. Скиллы у нас все. Здесь все поставлено. Ну, ладно, пока что. Не особо понятно, будем потихоньку улучшать базу. Я же пока что поставлю паузу. Чуть-чуть расширю нашу базу вот эту. Чтобы иметь понятие, сколько нам нужно объемов ресурсов. Как и по энергии, так и по всему остальному. Может быть, эти здания просто нужно было улучшить, а не в таком количестве делать, как я сделал на старте игры. Так. Здесь можно надо поставить вот эту. Ты тут что делаешь? Заблудился? Поспи-ка немножко. Давайте ее поставим. Мало ли, вдруг на нас инвизники будут нападать. Мало ли. Перестрахуемся. Так, давай мы тебя продадим. И поставим сканер. Пусть стоит. А, у них огромный радиус. Ладно, тогда тебя продадим. Жалко, приблизить нельзя. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что-нибудь подскажете, что-нибудь узнаю. Буду ждать советов. А у нас пока что туман. Увидимся в следующем видео.